За последние два года более половины от всех осужденных по делам о пытках в России – это именно военнослужащие. Об этом говорится в докладе правозащитной организации «Команда против пыток». Обвиняемые часто объясняют применение насилия необходимостью наведения дисциплины в войсках. И нередко жертвам угрожают оружием или применяют спецсредства. Почему это стало нормой в современной российской армии? Или это всегда было нормой? Ну, вы знаете, это было нормой какое-то время назад, ну, довольно длительное время это продолжалось. Вы знаете, я увидела это в книге Навального «Патриот», потому что он вырос в гарнизонах, и его отец был военным. И у него есть одна глава, которая полностью посвящена тому, что он ребенком наблюдал и пытался понять. Да, это была дедовщина, и для него было привычным, что... Периодически звучали сирены в военном городке, и все были обязаны выйти из дома и искать пропавших, убежавших солдат. А убегали они от дедовщины. Потом, в период реформирования армии, в период проклятых 90-х, вот тех самых злосчастных, дедовщина на самом деле удалось побороться, и она полностью вернулась именно сейчас, во время войны. Причин тому очень-очень много. Ну, во-первых, кто идет в армию? В армию идут прежде всего заключенные, люди с судимостями, люди из СИЗО. Во вторую очередь это люди с неблагополучных окраин, из маленьких городков, лишенные социального лифта, лишенные надежды на встраивание в общество. И, в общем, чей будущий дом, а иногда и бывший дом, да, тюрьма. И, собственно, они находят себя только в армии. В третью очередь, это недавние мигранты, только получившие российский паспорт, еще совершенно не встроенные ни в какое сообщество. И, на самом деле, будучи мигрантами, такого шанса у них, по большому счету, и нет. Ну и дальше уже... сбору посольственки, разнообразные самые наемники. Откуда взяться дисциплине? Взяться дисциплине неоткуда. И откуда взяться офицерам, которые могли бы с этим войском управиться? Тоже неоткуда. Поэтому единственный способ управления таким войском – это, конечно, пытки, побои, ямы, заключение в яму и так далее. Второе – даже если учесть мобилизацию, частичную хвалёдомобилизацию, даже если учесть контрактников, то, что оно более или менее подчиняется какой-то дисциплине и люди, на которых, ну, наверное, можно каким-то образом в плане дисциплины положиться, но они встречаются уже с неразборчивостью, безразборчивой жестокостью офицеров. И об этом говорит хотя бы тот факт, что на этой неделе была... Вы освещали, я это видела. Очень важная публикация в «Важных историях», когда только в одном полку, недокомплектованном, где было всего 2000 человек, 1000 сбежало, побросав технику. Это и, собственно, сбежали с фронта, и попытались спрятаться внутри России или попытались сдаться в плен. Кто-то вернулся, а кто-то действительно здесь дезертировал. Половина из этого всего. Ну и распространяется практика, когда начинают забирать, переставить перед необходимостью выбрать, отправиться в тюрьму или отправиться на фронт раненых. Когда раненых считают сбежавшими, возбуждают дело, и вот людей ставят перед выбором. Тоже такая практика ширится. И, конечно, это и то, и то, и то принуждение. Это и бегство от жестокости, это принуждение подписывать контракты, это принуждение возвращаться на фронт. Так, ну, а, конечно, все это сопровождается пытками, разумеется. И 50% дел о пытках военные – это, конечно, только те, до которых удалось добраться. Потому что пытки – это абсолютно общее настроение и такое будничное занятие. А что такого? А ничего такого? И вот эти вот 50% – это капля в море. Конечно, пыток гораздо больше именно на фронте. Да, это, кстати, история, которую обнародовали «Важные истории». Дело, ну, относительно такое давнишнее. Сейчас вот, как те же военнопленные российские рассказывают, вопрос во многом решен
и пыточными, как вы говорите, и тюрьмами при каждом военном подразделении, ну и заградотрядами. Ну вот, а за мародерство военных российских наказывают, или это такая поощряемая командованием практика? Ну, вы знаете, мы вообще впервые увидели хоть какую-то реакцию на мародерство, ну, хоть какую-то реакцию, хотя война длится уже, да, почти 3 года, ну, что я говорю, 1003 дня. Какая-то реакция была на мародерство только тогда, когда мародерство пошло в Курской области, когда совершенно очевидно стали российские военные грабить дома российских граждан. И вот тогда, в конце концов, появилась какая-то реакция. И то, в общем, она была смикширована, дескать, не раздувайте из мухи слона. Да, нехорошо, конечно, но всякое бывает, война есть война, мужики погорячились. В принципе, Пригожин еще, собственно, когда начинал вербовать, говорил, что будет наказывать за мародерство. Но это ничему не помогло, да и особо он не наказывал. Действительно, он наказывал, когда пытались сдаться в плен, это правда, у него было несколько пунктов. Значит, нельзя было мародерить, нельзя было выпивать и употреблять наркотики, но при этом он сам выпивал вместе с солдатами, со своими контрактниками. Нельзя было вступать в сексуальные связи, при этом никогда он не уточнял, с кого, с кем, поэтому неизвестно, что там случалось. Ну, собственно, и весь список. Если половина из этого можно, ну, значит, конечно, можно. И после вопиющих историй в Буче, в Ирпене, в Гостомеле, когда мы видели эти выдираемые стиральные машинки, гладильные доски, ну, бог знает что, да, обычные предметы обычного семейного быта. И ничего, совершенно ничего не было, кроме одобрения родственников «давай, тащи еще». Ну, собственно, вот первая реакция только после Курска. Ну и эта реакция была максимально тихой.